Доехали мы, слава богу. Все. Выбираем. Это мы уже на Ползунова пришли. Сейчас я выбираю кошечку эту. Паля, вот она сидит. Так, и это. Давай-ка рыжую сюда подними-ка. О, рыжая. Вот она приехала, Ирина Андреева. Дальше в порядку будем. Компьютер вытащит. Перегруз. Смотри, куда, чтобы... Там что-то она промокла там. Он. Я пошла коробочку искать. Сейчас, тихо, полная тишина. А дверь открыта, Настя. Это не приучить, выскочит, это бесполезно. Сейчас я гляну отсюда. Вот тут как что-то насадили. Что-то приросло, вишенки. Это я пока разгружают, посмотреть. Калина. Калина. А тут на крыше голуби. Голуби. Вот так. Отдыхает и дикари есть. Вторая. Вот здесь виноград у них обобрали. Береза стоит, дом этот. И ель. Огромная ель. Это детям качели. Володя, определи, куда что сразу. Я там открыл уже. Вот тут. Главное, разгрузили. Ой-ой-ой, тут все. И тыква-то, и молочная, и книжки. Так, неси туда, ставь. Тут... Вот, смотри. Гляди. Вот я сбил. Хорошо застели бумагой, газетами внутри. И туда насыпь. Не пожалеешь. Мыши. Ну как, понравилось, когда ехали? Конечно, хорошо. Ну, слава хорошо. Богу. Слава Богу, что взяли тебя. Ты мне дорогой помогала. Что-то заглохло. Газелька наша. Сколько она прошла. Ну, вот сейчас мы тут будем разбирать. Вот, представь, газель. А ты на такой-то машине, на простой, столько не увезешь, пожалуй. И варенье, и все здесь. А что такое? Ее не надо было выключать, наверное, да? Так до дома уехать. Ты другой раз не выключай, лишнее горючее маленько сожги. Узнай, что ей надо. Так, ну я начинаю носить дальше. Вот мы с этим проехали Европу. И главное, доехали-то. Хорошо, что здесь, на месте. Тут можно ночевать и... Ну что-то где-то не нравится ей. Не нравится. Да, ехали-то как хорошо. Не нравится. Так, сейчас я скажу, вот с разгрузкой, сколько у нас ушло времени, как мы выехали. 12:07. 10. 3 часа. 7 минут. Помощница пришла, Татьяна. Дмуха Петеримова. Люда Петеримова, родная сестра, Алевтинина дочь. И уже куда-то Надежда Васильевна собрала что-то вести, там гуманитарку. То есть работают. Ты хотела мешки-то, которые гуманитарные-то, отправляй сразу. Мне не надо, они там остались. Это то, что я другим отдам в воскресенье. Так. Вот такое дело. С полными руками, с полными кузовами. Да дважды еще приехали. Значит, не забудь, я у Игоря
в сенках оставил 10 мешков. Как только будут отходы, он сразу сказал даст. Там с Исаакием. И где у него там инструмент, туда подальше где-то, чтобы не мешались ему. Там, на складе. Ну и так, чтобы на виду маленько были, чтобы не одни мыши знали. Вот. Пришел помогать Владимир Пенки. Вот сколько, интересно. Сейчас машина-то подпрыгивать будет. Ну, я его соседа не вижу. Видишь, что по-новому здесь развалили еще и возвели. Горелая стояла лет 10, наверное. Хозяин и не ремонтирует, а одет рядом. В течение там месяца все на ноги поставил. Он, видно, ушел, что-то забыл, все время это дело. Загорело, и тут горело, рядом полыхало. Ну, Господь спас. Слава Иисусу Христу, слава. Вон, видишь, на дереве приборы. Это все везде, вон, туда глянь, на ту сторону. И везде это стоит. Очень удобно. Включила, и сейчас запись идет. Наружное наблюдение называется. Да. У вас тут не зайдешь и не выйдешь. А? Не зайдешь и не выйдешь просто так. Ну, тебя так, это что же, техникой не воспользуется. Так, что там, не открывай следующий? Так, у нас калина. У вас калина-то есть дома? Калина? Нет, он калина, полно, нет, надо рябина брать. Так, она уехала, все, никого нету. Смотри, какой куст. Как смородина белая, похоже. Как называется, не знаешь? Нет, не знаю. И смотри, при входе у нас храм, тут как сестры работают. Тут Надя Дмуха Савинцева работает. И вот при входе простой дом, ежедневно собирались по домам, написано, и надписи. Понятно, евангелическая церковь, говорит. Поры, поверху-то видишь, как написано, Деяния 8.4. Тут уж Надежда Васильевна старалась. Так, Володя, и картошку нигде ничего не раздавать, пока с травой не раздадим. Трава это означает мелкая. Мелкая. Привязывали, чтобы видно было. Видишь, какой бородой мешки у нас. А тебя никогда не смущало, люди или кто-нибудь, что твой муж, твой молодой, да с бородой? Не говорили ничего? Да нет. Ничего, да? Не помню. А то начинает, то меня мать заставляет, то сестра, то, особенно жена. Я говорю, еще. Ну, она сказала, дальше-то что? И на работе подсмеиваются. Ну, раз ты считаешь, что подсмеивается, ты это чувствуешь, ты еще не христианин. Христианин никогда не будет ни стыдиться, ни замечать, когда Бог так сотворил. Бог. А все остальное, это сатана скоблит. Яйцеголовые. Вот этот номер видели везде. Мне особенно запомнился в Австрии. Перед машиной встали на колени, фотографируют и Путин, Россия, Газель. Три слова главное. И главное, рядом тут Кнессет, где у них собрания идут. Мы там были. А потом, Володя, придете и спокойно узнаете. Тут какие-то куда и чего определить. Кроме Щукина никому большую морковку не давать, только это сказать, картофель. А именно вот эту сначала. Дырявый мешок, наверное, да? Да. Это за работу можешь взять себе. Не надо. Значит, не голодный. Ну все, мы сейчас сразу поедем. Да давайте его, слава Богу. А пообедать не будете? Нет, нет. А то у нас тут что-то... Надо засветло вернуться. А? Засветло вернуться успеть. Да, конечно. Сейчас первый час уже идет. Но вы успеете. Дела пока сделаем.
Успеете. Видишь, помыть надо будет. Помыть маленько. Пыль-то какая. Ну, газелька наша выдержала все. Тщательно проверь. Что тут, палатка наша. Так, палатку, Андрюша, сразу сверни ее, хлопни тут. Так я потеряю, земля потеряешь, там вытряхну. Ну ладно, берегите палаток, больше не будет их. Одна рвань осталась. Все. Закрывай на замочек, не доверяйся. А ручки-то не работают? Так вот мы там оторвали, когда матушку начали грузить. Когда? Ну вот сейчас, сегодня. А как оторвали? Вот, отломалась. А ну, можно ее приделать вот? Да можно. Да хоть проволоку какую-то, чтобы дергать было. Она же ничего больше не делает. Мы сейчас открывали отверткой. Вот. Короче, дома надо будет сделать. Конечно. Так, все. Все, открывай ворота. Все? Все, Ирина. Так, эту можно дверь закрыть, если она не нужна, чтобы никто не залазил. Ну вот как хорошо сделали. Все. Спасибо, Христос. Ты еще говорил, ты знаешь, там покажешь там ребятам, это, кому я говорю, Иосифу и Алексею. Ну все, ладно. Так, чтобы, да, на первом мостике, чтобы не гоняли. А Алексей пошел и там это камушками засыпали, где на тот конец, в сторону урывки вылазит машина, и там ямки сделали. Ну мы посмотрим. Ну да, чтобы оно полого было. Давайте. Вот так. Это наша газелька. Вот сразу завелась. Газель. Вот она как написана. Бизнес. Как хорошо словим. Это племянник мой. Валентина. Второй сын. Все.